Легендарные картины и малоизвестные полотна в стиле социалистического реализма. Всех их объединяет одно – тема семьи и детства, взаимосвязи поколений, домашнего очага и сохранения традиций. Выставка «Семейная история» открылась в парке на улице Сосина в День защиты детей. Экспозиция демонстрируется одновременно в 26 атомных городах и приурочена к Году семьи. Я абсолютно уверен, что данная выставка позволит всем жителям нашего замечательного города не только приятно использовать, проводить время в нашем детском парке, но и приобщаться к прекрасному, к искусству. Одним словом, всем добро пожаловать. Уличная выставка сформирована из 20 произведений выдающихся отечественных художников рубежа 20 и 21 веков, чьи картины хранятся в крупнейших музейных коллекциях. В экспозиции представлены полотна таких авторов, как Федор Решетников, Юрий Пименов, Аркадий Пластов, Юрий Кугач и других. Полотна рассказывают о семейной любви, цикличности жизни и родительстве, об удивительном мире ребенка, о мудрости и заботе старшего поколения. Некоторые картины сопровождаются стихотворными строками, что усиливает эффект от восприятия изобразительного искусства. Золотой фонд советского искусства, который здесь представлен, собрался художников разных поколений, художников, которые, большая часть которых работала в направлении социалистический реализм, мы сейчас не видим практически на выставках фигуративную живопись. Сюжетную живопись, которая здесь представлена и запечатлена в работах народных художников Советского Союза. Выставка «Под открытым небом. Семейная история» – проект программы «Территория культуры Росатома» и агентства «Выставком». После торжественного открытия гостям провели небольшую экскурсию по выставке и рассказали подробнее о нескольких работах. Теперь искусство стало ближе к горожанам, и полюбоваться картинами известных художников может любой желающий. Состоялось совещание выездное, приезд президента России в Тверскую область, где опять поднимались вопросы культуры, о том, как ее нужно развивать. Там очень много говорится о том, что впереди у нас очень большая работа именно по развитию отечественной культуры. Поэтому территории культуры огромное спасибо. Огромное спасибо на самом деле, что у нас появляются новые локации, это приятно. В День защиты детей в парке Сосина также прошла игровая программа для маленьких посетителей и конкурс рисунков «Моя семья». В этот же день праздничные мероприятия прошли и в парке имени Зернова. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.